Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам интересный рецепт крема для пирожных или тортов. Итак, у меня одна банка сгущенного молока, один большой лимон и печенье на ваш вкус. Сгущеночку выливаем в высокую мисочку, в которой будем взбивать сгущенку и лимон. Лимон разрезали, выдавливаем. Процеживаем, слегка перемешиваем и теперь взбиваем венчиком. Одна минута и крем готов. Если сгущенное молоко будет у вас слишком жидким, поставьте его в холодильник. Но у меня достаточно густое. Капелька на донышко, чтобы сильно печенье не двигалось. Печенье у меня толстое, хватит 3 штучки. Если у вас потоньше, берите 4. Значит, информация для тех, кто живет на Украине. Раньше это печенье называлось Днепро. И вот в последнее время я ищу, нигде найти его не могу. И в магазине уже спросила, дайте Днепро, где будет написано именно Днепро. Потому что иногда давали огни Днепра и что-то наподобие. Сказали, что Днепро теперь не выпускают, но по этому рецепту выпускается Дипломат. Так что хозяйкам на заметку. Покрываем кремом бачка. Посыпаем измельченным печеньем. Отправляем пироженка на блюдо, которое потом поедет в холодильник. И так делаем, поступаем со всеми печеньями. Получилось 7 пирожных. И осталась еще маленькая ложечка. Это очень вкусно. Я бы сказала про этот крем, что он посвящается любителям сгущенки. Когда я была маленькая, очень любила сгущенку и думала, ну зачем она такая сладкая, я бы еще съела. Но вот она такая сладкая, что я уже больше не могу. А вот с лимончиком, это просто вкуснятина. Отправляем в холодильник на несколько часов. Прошло 3 часа, будем пробовать. Можно было и подольше подержать в холодильнике, но совсем нет времени. Будем пробовать. Пирожное хрустящее, но в меру. И совсем не сухое, потому что крема прилично. Вы знаете, очень вкусное пирожное. И я думаю, не надо искать другого печенья, а именно вот такое или аналогичное, которое толстенькое. Так что через 3 часа уже можно кушать. Ну а если вы любите более мягкое, тортик или пирожное, значит побольше подержите в холодильнике. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Всем приятного аппетита.